Олени на дороге. Автолюбители сняли видео. По трассе под Омском бежит четверка оленей. Автор ролика сообщил, что из-за парнокопытных образовалась пробка при въезде в город. Сразу же появились шутки, мол, животные отстали от упряжки Санта-Клауса. На самом же деле они сбежали с фермы в селе Богословка. Целый день их владелец прочесывал окрестные поля. И только к вечеру поиски увенчались успехом.